чешском зоопарке в Двуркралове в 150 километрах от Праги начали приводить в действие решение местных властей отпилить рога всем носорогам, которых здесь более 20. Эта мера объясняется заботой о безопасности животных. К ней было решено прибегнуть после того, как в начале марта во Франции браконьеры убили в зоопарке под Парижем 5-летнего носорога Винса из-за его ценного рога.